6 магаданских школ и Магаданский политехнический техникум приступили к оснащению кабинетов современным оборудованием. Техника пришла на 3 недели раньше установленного срока. Это дает дополнительное время для установки и апробации. Ноутбуки и интерактивные экраны были закуплены в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Благодаря участию нашего региона в программе школьники и студенты смогут повысить компетенцию за счет участия в телемостах и видеоконференциях. Сегодня Магаданский лицей номер 1 получил 2 комплекта для учебных классов, в которые входят по 15 ноутбуков для учащихся, 6 для управленческого персонала и 2 мобильных интерактивных экрана. Несколько лет мы сталкиваемся с проблемой, что единовременно мы можем посадить для тестирования только ограниченное количество учащихся в кабинет информатики, даже если будем использовать мобильные компьютеры. Вот такое наличие этих мобильных классов позволит нам сделать это более качественно, эффективно и в более короткие сроки. Усиленное оснащение образовательных организаций техническими средствами также позволит магаданским школьникам и студентам принимать участие во всероссийском проекте «Билет в будущее». На реализацию проекта из областного бюджета нашему региону было выделено более 15 миллионов рублей.